Ведущие медицинские эксперты страны назвали историю спасения югорчанки национальным рекордом. Полгода назад в окружную больницу Ханты-Мансийска поступила беременная женщина с крайне тяжелой формой коронавирусной инфекции. По показаниям, ей сделали кесарево сечение. Ребенка забрала бабушка. Тем временем пневмония начала прогрессировать, и врачам пришлось бороться за жизнь пациентки. У молодой мамы было полное поражение легких. Аппарат ИВЛ не справлялся, поэтому жизненные функции поддерживали более радикальным методом. ЭКМО. В общей сложности югорчанка провела в больнице 6 месяцев, 4 из них в реанимации. Ей перелили 11 литров эритроцитов, примерно от полусотни доноров. Председатель Российской ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт, побывавший в Ханты-Мансийске, назвал этот клинический случай югорчанки национальным рекордом. Сейчас пациентка находится дома, ей предстоит долгий путь реабилитации. Настя говорит, мы дышим. Я помню, так запереживала, заплакала, маме позвонил. У нее тогда 9 февраля как раз день рождения было. Мама говорит, лучший подарок был. Через неделю отключили от аппарата ИВЛ. Они подключили меня на кислородную поддержку вот на носик. Я на них до сих пор нахожусь. За эти 138 дней породнились практически с ней. Были эпизоды и жесткого слова, и были эпизоды и поцелуев, но чтобы она стремилась и верила, что она все-таки станет, пойдет.